спасибо, что вы пришли, что вы с нами, потому что очень хочется для кого-то играть и показывать свою музыку. Сегодня мы презентуем, в концерте прозвучат пьесы из нашего четвертого диска, который называется «В краю безмятежных снов», изданный на лейбле «Бомба Питер». Такой странный парадокс. По идее, этот диск у меня должен был быть первым, потому что тут собрано все самые старые мелодии, которые когда-то придуманы 20 лет назад и 25 лет назад. Я их давно не играл. Но в прошлом году у нас был такой интересный тур со Стасом Майногиным, замечательным саксофонистом с Ярославля, кто не знает. Где я показал ему эти старенькие пьески, мы стали играть. С нами играла барабанщица Саша Могилевич. И решили их записать. Вот так появился четвертый диск. Ну, кое-что я, правда, новенького сюда тоже подсочинил. А сегодня мы будем, естественно, не все пьесы будут с этого диска, но большинство отсюда. Петр Афанасьев. Город Москва. Юрий Гребецкий. Бас-гитара. Город Тихонов. Я, Игорь Володин, автор вот этих пьес. Добрый вечер. Можно я Игоря представлю, потому что как-то ему, наверное, неудобно, неловко немножко себя. На самом деле он уникальный человек, очень интересный и ценен в первую очередь своей вот композиторской работой, совершенно необычной, неожиданной. Я очень не люблю, когда говорят про наличие какого-то русского или там польского джаза, но в принципе это есть. Есть какие-то национальные школы, есть там, допустим, скандинавские такие явные мотивы, ну, скажем, у Яна Гарбарека. У нас, к сожалению, в России как бы такого направления, ну, кто-то что-то пробует делать в этой сфере, да, в такой, когда пытается найти те струны, струи, которыми мы живем. Потому что у нас все равно, вот как ты не пробуй, все равно так, как в Нью-Йорке, у нас не получится один в один. Для этого надо поехать в Нью-Йорк, там есть успешные люди, там Саша Степанин, Борис Козлов. Но надо жить другой жизнью. А Игорь живет в маленьком городе, который называется Тихвин, находится в Ленинградской области. Он там организует фестиваль уже много лет. Сколько, Игорь? 15 фестивалей было? Вот, в этом году 16. Вот. И он, причем это его сознательный выбор. То есть, как бы, жизнь как бы такая вот не в мегаполисе, а он же много достаточно концертирует. Это же четвертый диск. Он выходит на лейбле известном, «Бомба Питер». Он хорошо продается. И пусть у него не так много поклонников, но они есть везде, от Владивостока до Калининграда. То есть, коллекционируют диски, они не знают, кто такой Игорь Володин. Но в первую очередь, наверное, потому что эта музыка, она нам близко. И вы такой музыки не услышите ни в Москве, ни в Питере, ни даже у нас в Ярославле. Потому что для этого надо вот быть Игорем Володиным и жить на родине Римского-Корсакова. Первая песенка такая рояльная лирика, она называется «Декабрьский ноктюрн». Не потому что холодно, а потому что вот декабрь — это месяц, когда заканчивается старый год и начинается новый, и может быть начинается что-то новое. Thank you.
Моя пьеса называется «Мегаполис плюс». Это уже такая. Вообще, я люблю, когда пытаюсь, вернее, писать такую музыку, чтобы она создавала какие-то образы, картинки. То есть мне нравится, чтобы была музыка образная. Некоторые музыканты считают, что про музыку вообще нельзя рассказывать. А я вот всегда про свою музыку стараюсь хоть чуть-чуть рассказать, чтобы направить слушателя в нужное русло, чтобы он ее правильно понимал. «Мегаполис плюс». Путешествие провинциального музыканта по большому городу с инструментом. В попытках найти какую-то работу, где-то чего-то поиграть. История джазового музыканта. Мегаполис.
спасибо. Это был «Мегаполис Блюз». Следующая пьеса с предыдущего диска, который назывался «Вечная мерзлота». Пьеса называется «Виртуальная любовь». Thank you.
Хотя на 90% музыки, успеха музыки, то ли бывает, все-таки аранжировщик важное место занимает. И вот специально для этих людей я придумал пьесу, которую назвал «Невидимка». Thank you.
Thank you.
Thank you.
чуточку пьеса «Суета». Игорь сегодня очень скромно как-то рассказывает про пьесы, про свои. На самом деле каждый элемент какой-то определенный такой, как сказать, посыл такой очень мощный. Это на самом деле не просто такая шуточная пьеса «Суета». Это целое программное произведение. Это такое, мы живем в больших городах все, я в достаточно большом городе. И музыкантов очень много отнимает времени. На самом деле мы много играем где-то с кем-то что-то, а времени остановиться, подумать и что-то такое создать, ну совсем нет. Он живет в Тихвине, и у него такое время есть. И это такой посыл человека, который имеет возможность заниматься спокойно собственным творчеством. Вот. Нам грешно, кто не может выпасть из этого колеса бесконечно. Но это, наверное, касается не только музыки вообще, поэтому суета.
Мы просто недавно ездили в турне с бразильскими музыкантами, очень классными, Сантьяго Феррера, Розиас Лиаш, из Рио-де-Жанейро. А, к сожалению, в Москве не было концерта, невозможно было всех пригласить. Мы там в разных городах играли. Я просто проникся всей этой штукой латиноамериканской. Игорь тоже и проникся в свое время. Но он же пытается сделать такой как бы вариант русского духа в латиноамериканских ритмах. И поэтому он написал такую замечательную вещь. Она действительно очень классная. Калипсо, самбо, не знаю даже к какому стилю это относится. Но при этом с абсолютно русской мелодией и с абсолютно русским названием. У барабанщика, у Миши Павлова, который постоянно с Игорем играет, родился сын. Его назвали Иван. Поэтому песенка называется «Ванюша». Thank you.
такого теплого вечера. Мы сыграем еще одну пьесу, которую я все время исполняю, просто потому что она любимая. Итак, для вас сегодня Станислав Майнугин с саксофоном, Петр Афанасьев, Юрий Гребецкий, бас, Игорь Волгин. Игорь не сказал самого главного. Если есть хоть малейший интерес к нашей музыке, то есть диски.
Спасибо большое за внимание. Последняя пьеса называлась «Океан». Еще раз, Станислав Понюгин, город Ярославль. Петр Афанасьев, город Москва. Юрий Кибецкий, город Сухин, Игорь Валерьевич, город Сухин.